Человек-праздник, человек, умеющий зажигать новые звезды. Сегодня, 15 ноября, отмечают юбилей. Все самые громкие аплодисменты звучат в честь Любови Бушуевой, режиссера, организатора таких музыкальных мероприятий в Березниках, как «Разбег». В честь своего дня рождения Любовь Валерьевна не могла, конечно же, обойтись без концертов. И прямо сейчас кипит работа перед большим пятничным событием, на которое вы, кстати, тоже еще можете попасть. А у нас прямо сейчас есть возможность поговорить с Любовью Валерьевной в прямом эфире. Приветствую, Любовь Валерьевна. Во-первых, от всего сердца поздравляем вас с днем рождения, юбилейной датой. Это прекрасно. Как в целом настроение сегодня? Получали ли от кого-то уже поздравления? Какое запомнилось больше всего? Большое спасибо. Конечно, я с утра уже получаю приятные слова. Но самое, конечно, наверное, приятное пока от моих внуков, потому что я стала недавно бабушкой, и для меня это большая радость. Любовь Валерьевна, спасибо вам. Теперь о предстоящем событии, которое вы готовите. Расскажите подробнее. Вдруг пришло какое-то осознание того, что это необходимо. Именно сейчас необходимо собрать близких, друзей, собрать хорошую творческую компанию и сделать не то, что концерт моего юбилея, но концерт интересных людей. Любовь Валерьевна, кто примет участие в концерте? Что и кого ждать зрителям? Будут ли неожиданности и сюрпризы? Я думаю, что весь концерт – это большой сюрприз, потому что придут люди, которые были давно на этой сцене, кто уже многие годы соскучился по сцене. Будут те, кто сейчас занимается в стенах дворца. Ну и маленький небольшой сюрприз в том, что будет презентация моих стихов. Об этом, наверное, еще никто никогда и не знал. Скажите, пожалуйста, вообще важно в ваш юбилей вам было организовать все это? Все-таки день рождения, а вы, получается, снова на сцене, снова репетиции и бессонные ночи. Для меня это привычный процесс. И я очень рада, что этот процесс есть, потому что время таково, что мы уходим в онлайн и уходим от больших масштабных каких-то мероприятий. И сейчас это просто большая радость. Есть вообще какая-то цифра? Сколько лет вы уже в этой культурной жизни? С чего начинали и не потеряли ли интерес к творческой деятельности спустя столько лет? Я вообще не считаю ни время, ни свои годы. И сколько я себя помню, я всегда занималась тем, чем занимаюсь. Единственное, что иногда мне хочется уйти за грани какие-то, попробовать что-то новое. Ну, если считать третий класс, то вот лет уже 40 точно я занимаюсь одним делом. Ну и в завершении давайте скажем нашим зрителям, когда, во сколько будет этот концерт. И главное, можно ли еще на него попасть и купить билет. Концерт состоится во Дворце культуры «Металлург» 19 ноября в пятницу в 18 часов. Билетов совсем немного, но я очень надеюсь, что те, кто желают попасть на этот концерт, кто желает встретиться с прошлым, так скажем, и увидеть будущее, обязательно найдут и время, и возможности посетить это событие. Я вас очень жду и всех люблю. Что ж, я напоминаю, что сегодня в прямом эфире с нами в свой день рождения была Любовь Бушуева, режиссер, организатор значимых мероприятий в городе, педагог и просто самый креативный человек Березняков. Мы от всего сердца вас еще раз поздравляем, ждем новых проектов. Счастья вам, благополучия и самое главное – здоровья. Спасибо большое, всем здоровья и приходите все встречаться.